Опять я в парке аквариум, рядом с театром Моссовета. У меня маршрут. Дела решаю в этом районе, поэтому захожу не спеша. Аполлон с арфой. Техники нагнали в парк. Много очень. Там они что-то коцают так напряженно и с грохотом. Фонтанчики с ручейком. Розочки маленькие. Политы поливают здесь. Степа, это вот с именами там, это вот Степа я вижу. Там Данечка. Ага. Вот это сатир, в прошлый раз я его обозвал паном, ну это одно и то же. Такие вот персонажи римского эпоса. Вот театр Моссовета. Его ремонтируют, они скоро уезжают на гастроли летние. Подойду памятному. Так, солнце, там вот здание Академии имени Ленина или Военный университет Министерства обороны. Так, товарищеское общество, спектакль по пьесе Григорьева «Горе от ума», 98-2000. Спектакль «Игроки». Ну ладно, не знаю, что это есть. Забор. Вот. История. Это кому интересно. Так я пройдусь, потихоньку читать не буду. Так, ну, может затормозить. Отходить далеко. Солнце прямо напротив. Вот, он в таком косметическом ремонте. Сотый юбилейный сезон. Вот, из парка аквариум я пойду через Триумфальную площадь Маяковского, на вторую Брестскую улицу. Я там вопросы решаю. Сейчас еще придется туда приходить. Вот эта строительная техника достаточно такая мощная. Краны такие. Так, солнце сейчас то заходит, то выходит. Вот сейчас оно в тучи зашло. Вот там наверху. Сейчас опять выглядит. Снимать
тут все в тенечке. Вот. Народу мало, сегодня воскресенье. Тишина, покой. Да и в метро тоже народу мало, на улицах народу мало. Все поразбегались куда-то. Гостиница Пекина, ресторан, вот это. Вот. Ну и Садовое кольцо, тут оно под Тверской проходит в подземном тоннеле. В прошлый раз я шел налево, поворачивал, сейчас я направо поверну. Вот сюда вот, к театру Сатиры. И к Ветрову, к концертному залу Чайковского. Туда идет вот эта Большая Садовая, вот, а дальше идет Садово-Кудринская там и так далее. Театр Сатиры. Вторая Брестская улица, туда вот я туда иду. Люди чего-то ожидают. Наверное, транспорт, скорее всего, с сумками стоят. Сезон Моссовета, 100-й сезон. Ну, начнем тут столетие мечать, они будут. Это концертный зал имени Чайковского. Гудит все. Триумфальная площадь, ну, площадь Маяковского выше. Кафешечку, кафе Чайковский открыли летнее. Так, а здесь что-то начали строить. Ну, это какое-то мероприятие, наверное, будет здесь. Модный проспект. Российская креативная неделя. Москва-фест. Ага. Вот солнце там как раз на самой крыше. В прошлый раз я снимал где-то уже после, где-то в районе 4 часов дня.
солнце в другом месте было, а сейчас без 10:11. Солнце в другом месте, вот освещение другое, ну и тучи тоже. За этой тучкой прячется памятник Маяковскому. Вот это у нас Тверская, Ямская, это вроде, ну, бывшая улица Горького. Пешков стрит. Центральная улица Москвы, что ли, главная считается. Как бы. Ну, еще Новый Арбат тоже. Но это немножко в другом месте. Сегодня народу, по сравнению с прошлыми съемками, ну, почти нет никакого. Все уехали, наверное, за город, все не на работе, воскресенье, все-таки выходной день. Ну, хорошо, когда народу много, я тоже не очень люблю. А для Москвы много народу, это как бы, это нормально, это норма. А вот когда народу мало, это не норма. Тут различные учреждения в этом доме. Смотреть все, я не знаю. Смысла нет. Московский. О, техника помывочная. Вот арка такая, и тут уже со светофором. Это какой-то охранник стоит там. Даже. То Триумфальная площадь, да? Так, а что тут заснять? Вот, улочка туда уходит. Первая Брестская, наверное. И солнце появилось. Вот, концертный зал Чайковского слева и театр Сатира. А там вот как раз парк Аквариум. Или сад-аквариум в театр Моссовета, куда я начал съемку. Московская служба одного окна. Так, это Мосархитектура. Ну, Московский комитет по архитектуре. Они здесь вот решают все вопросы новостроек, строительство, утверждают все, что связано, так сказать, с внешним обликом там и так далее, с техническим обоснованием, наверное. Вот комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. Солидная организация при таком. Ну, вторая Брестская улица и отель Пекин. Туда пойду. Вторая Брестская. Ремонт швейцарских часов. Конкретно.
заслуженный строитель Ростислав Васильевич Горбачев. Горбачев. Прилипло слово. Так. Машин тоже мало, хотя центр тут, как правило, свалка такая машинная, крутая. Это улица Ярослава Гашка. Как труба такая ветреная. Ну, я тут уже все заканчиваю съемку. Дальше я посмотрю, что надо будет заснять.